Мысль пришла, которую я хочу с вами поделиться. Вы заметили, наверное, что помимо музыкальных видео, я стал сейчас на своем канале выкладывать видео с наших путешествий. На данный момент мы остановились на достаточно продолжительный срок на острове Бали. Уже мы сняли жилье, дети купаются в бассейне. И я знаю, что многие из вас обладают определенными навыками, знаниями и умениями, которые вполне можно монетизировать таким образом, чтобы получать за свои знания, умения и навыки деньги посредством работы через интернет. Но не все знают об определенных принципах, которые можно использовать для заработка денег через интернет, потому что многие привыкли получать зарплату из-за того, что они находятся в офисе. А такие специалисты, как, например, врачи... Солнышко, можешь посмотреть, что Настя там... Врачи, юристы, преподаватели, специалисты в какой-либо сфере могут вполне строить онлайн-бизнес и зарабатывать деньги, тем самым позволяя себе находиться в любой стране мира, в принципе, и в тех условиях, которые им нравятся. Дети веселятся. Поэтому вы знаете, что я, это не секрет, зарабатываю посредством музыки. Это один из источников дохода. Обучаю игре на гитаре, провожу тренинги периодически, обучающие курсы у меня есть по игре на гитаре. Также есть у меня еще несколько источников дохода. От рекламы я получаю деньги, чуть-чуть от сдачи недвижимости получаю. Но, в принципе, тех денег, которые мы зарабатываем посредством онлайн, их вполне достаточно для того, чтобы отдыхать с семьей и получать наслаждение от жизни. Если вы тоже хотите монетизировать свои навыки, знания, умения и узнать вообще, возможно ли посредством вашей специальности зарабатывать деньги через интернет, добро пожаловать ко мне на двухчасовую консультацию, где я подробно расскажу, каким образом можно выстроить определенные этапы для заработка денег через интернет. На самом деле ничего сложного нет, никаких супер-пупер больших секретов нет, всего лишь знание нескольких основных принципов поможет вам осуществить свою мечту. На этом я хочу закончить это видео, и сейчас мы пьем с женой местный балийский кофе. Очень вкусный, кстати. Такой мягкий, отличается от арабики. Всего доброго, пока, увидимся на консультации.